Тольятти, город полный жизни и надежд. Но 9 октября 2024 года он стал сценой ужасной трагедии. В одной из квартир были найдены тела двух маленьких девочек, 2 и 5 лет, обе с ножевыми ранениями. Кто мог совершить такое? Это была хорошая семья, у них много детей. Я никогда бы не подумала, что такое может произойти. Подозрение пало на старшую сестру, 13-летнюю девочку. Она помещена в психиатрический стационар для экспертизы. Страшное сообщение. Это я? Ахахах. Как такое возможно? Невозможно однозначно оценить действия подростка. Психологические травмы могут привести к неожиданным последствиям. Эта трагедия не просто история о преступлении. Это вопрос о том, как мы можем предотвратить подобные случаи в будущем. Подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе самых актуальных новостей.